Держись, Салли. Я иду. Ну, поехали. Это еще откуда?
Нет, нет! Что надо.
переулок, да? Спасибо за наводку. Марко! Марко! По-тихому. Он тут! Подстава! Он убит!
проиграл! Подстава! Опа! Ты
проиграл! Ладно, надо спуститься в трюм, найти Салли. Кто там? Попался!
Наверное, сюда. Вон он. Салли! Салли, это Нейт! Салли! Салли? Это не он. О, черт. Ну, Дрейк, сколько же от тебя проблем? Покончим с этим раз и навсегда. Сали у тебя нет. Конечно, нет. Я врал. Не забывай, я же пират. Yellow School! Смейся, смейся, пока можешь. Пасара! Дело дрянь. Дело дрянь.
очень плохо. Надо выбираться! А где верх?
такое? А где верх? Сюда. Ну-ка. Хоть что-то получилось. О, черт. Черт, нет, нет, нет! Уже просто не бывает. Нет, бывает. Пора валить из аквариума. Ублюдок! Шармут! Ну, прощай, Хабиби! О, нет! Долбаный тих! Вот удача.
Как жизнь? Ладно. Ладно, да. Да, я поняла. Перезвони мне, если вдруг... Все-таки... О, боже. Я перезвоню. Нейт. Это же неприлично. Да заткнись. Я думала, ты в самом деле погиб. Не. Ты цел? А что? Что с Салли? Он жив. Слава богу. Но его схватили. Что? Где? Сейчас они направляются в пустыню. Пошли. Эй, стоп. Погоди, не торопись. Сядь. У них не меньше 2 дней форы. Так просто не догнать. Хоть попробуем. Слушай, есть идея. Но права на ошибку не будет. Так. На летном поле стоит их грузовой самолет. Они хотят сбросить припасы тем, кто в пустыне. Надо попасть на самолет. Именно. Ты осознаешь, что придется прыгать с парашютом? Не в первый раз. Ну-ну. Ладно. Налей мне стакан водички и выдвигаемся. Нет. Мой человек в аэропорту говорит, что самолет не улетит до рассвета. Так что лучше поспи пару часов. Нельзя сейчас терять время. Давай, ложись. Мне позвонят, если что-то изменится. Ты правда собиралась туда одна? Это же Салли. Конечно. Ты настоящий друг. Я знаю. Нет. В смысле, ты... Я поняла тебя. Я не хотел. Знаю. Приехали. Ну, держи. Я не хочу стрелять. Я тоже. Надо проскочить незаметно. Если нас засекут, убьют на месте. Эй, Нейт, сюда. Можно пройти здание насквозь. Хорошая мысль. Помоги поднять. Все, пролезай. Есть? Угу. Ладно. Так, теперь опустим. Похоже, на той стороне есть выход. Черт! Ты живой? Да. Жив-здоров. Наверное, можно выбраться через окно. Как бы туда долезть?
Я поставлю на нейтралку, и можно будет подтолкнуть. Я толкаю, ты ведешь. Далеко еще? Осталось чуть-чуть. Давай. А ты ключи не искала? Толкай. Держи ровно, я полезу наверх. Скорее, колеса скользят. Долго не удержу. Ну и громадина. Подожди, я открою дверь. Осторожно, ладно? Я слышу двоих. Мне что-то послышалось. Слышали? Спасибо. Быстрее спускайся, они сзади.
Ты цела? Да, а ты? Я нормально. Так же? Да, попробуем то же самое. Черт, ну и влипли. Придется перелезать. Плохо дело. Это очень плохо. Наверх. Господи, сколько их тут? Много. Надо проскочить как можно тише. Нас заметили. Осторожно, Нейт! Ясно, врасплох застать не удастся. Надо скорее избавиться от них. Не высовывайся. В укрытие! О, нет, нет, нет! Нет, нет, нет! Он ушел!
Нет, нет! Опа! Нет, нет! Нейт! А, черт! Прикончите его! Далеко он не уйдет. Господи! Готов! Ха!
Конец ему! Неплохо. Найдите их. Он прячется. Выкурите его. Тебе крышка. Thank you.
Нет! За мной. Мы рядом. Вон за той крышей. Есть. Ну вот. Они отсюда как на ладони. Да. Давай я залезу и подтяну тебя. Ладно. Прикрывай. Ага. Эй, ты... Ты что? Елена, слушай. О, черт, этого следовало ожидать. Не надо. Прошу. Будем честны. У нас один шанс из миллиона. Я чуть не потерял тебя. Не надо, я... Второй раз я не вынесу. Так что садись в джип и уноси отсюда ноги. Пока можешь. У тебя мало времени. Иди. Самолет!
покойник, Дрейк! Ugh!